16 лет в этом году исполнилось вокальному ансамблю Sunrise. «Я подарю тебе облако нежное» — так называется новая праздничная программа коллектива. О его совершеннолетии не только расскажут сами артисты. Вот это у нас вот третий состав Sunrise. Вот. И как бы вот уже работаем с ними 3 года. Конечно, за это время прошло очень много участников. И как бы дело молодое, естественно, девушки молодые выходят замуж и рожают детей, и получается постоянное у нас такое обновление. Мы делаем такую работу колоссальную и над собой, и все вот это вот, знаете, как говорят, культура в массы, мы несем культуру в массы. А в Москве я скажу, что там вот более все деньги, все это обидно. Вот, поэтому, задержавшись в Тюмени, оставшись в Тюмени, я нисколько не жалею, мне очень нравится. Репертуар-то разнообразен, и как бы большое значение имеет понимание жанра, в котором работаем. Естественно, голос, естественно, слух – это стоит на первом месте. Sunrise для меня дал, во-первых, возможность работать в филармонии. Это дорогого стоит. Возможность прикасаться к таким произведениям великим, которые, ну, вряд ли где-то я бы еще могла спеть. А мне летать, а мне летать, а мне летать. Вообще с мужскими голосами очень сложно. Сейчас бы с удовольствием, потому что, как бы, в любом случае мужское звучание, оно гораздо крепче, красивее, интереснее звучит. Вот у нас сейчас Леша, как бы, бас, очень бы хотелось найти тенора. Ну, они меня очень любят. Все внимание мне и все мне. Одно из самых главных, наверное, в моей жизни, то, что сейчас происходит. И думаю, то, что это этап такой очень хороший. Пока, Sunrise.